законом не... Ну, водитель Митсубиси ехал со стороны, со стороны Бахчеванджи в сторону рынка. И на Зелинского стоял, получается, поворачивал Азов Арсенал, вот эта машина. И у него уже был, у Митсубиси был зеленый. Он ехал на зеленый, а этот, получается, стоял, и он его в попу ударил, его развернуло, заднюю часть машины. Его поэтому развернуло. Сейчас смотрю, водителю Митсубиси плохо, повредил, наверное, ребра, сейчас будем вызывать. Была скорая, увезли второго потерпевшего сейчас.